Добрый-добрый-добрый день. Переходим к следующему матчу, Joint Dota MLG Pro League, первый сезон. Это у нас азиатский дивизион, и играют команды Arcanus Gaming против команды 5EVA. Подошел к компьютеру, надел наушники и чуть не передернуло. Джастин Тимберлейк у нас играл. Подумал, что кто-то компьютер захватил, какие-то музыкальные террористы. Ну, вовремя остановил всю эту ерунду. Давайте лучше перейдем к матчу, действительно пополезнее будет. Arcanus Gaming встречается против 5EVA. Там дела интересные в таблице. Таблицу чуть попозже вам выведу на экраны. На данном этапе пикабаны. В баню уходит от Arcanus Gaming Batrider. Уходит также в баню Naga Siren, Квапа и Тинкер. Какая-то фобия мид-персонажа у Arcanus Gaming. Забанили всех, кто у нас потенциально мог пойти на мид. Ну ладно, Бэтрайдер, допустим, сложная, но три последних пика. Это все определенно мид-персонажи. Даже Нага уже прописалась на миде гораздо чаще бывает, чем саппорт. Со стороны 5EVA в баню ушел Акс, Шторм Спирит, Шейкер и Скайрос Маг. По пику 5EVA взяли уже себе Клока, как понятно, на сложную. Ну и Vengeful Spirit. Для Миракла она будет или не для Миракла, мы узнаем немного попозже. Команда Arcanus Gaming забрали снайпера, забрали Зевса и забрали Бистмастера. И теперь у меня вопросы. Наверное, это будет Бист в сложной, Зевс на миде и снайпер фармить в легкой. Потому что и Зевс, и Бистмастер все чаще появляются у нас на сложном лайне, ну... Здесь приоритетно, конечно, Биста туда поставить. Последний бан у нас остался на очереди. Ну и два пика. Тролль Варлорд залетает третьим персонажем для команды 5EVA. И по лайнам кое-что вырисовывается. Тренд Протектор для Arcanus Gaming. Как команда 5EVA теперь будет пушить товара? Это вопрос. Если не бёрст дэмэджем, если не массированно впятером и быстро, то понятное дело, что товара... будут стоять очень и очень долго, и пробивать их будет непросто. С 2-3 заходов даже нет смысла забирать тавер, надо делать все это за раз. Последние секунды у нас основного времени для 5EVA, и еще минута 20, пикали они побыстрее, у Arcanus Gaming только 40 секунд дополнительного времени. Недолго Миракль у нас раздумывает. Ну, кто это будет? Возможно, мид-персонажа. Ну, зря, что ли, Arcanus Gaming так усердно банили мидеров. Надо уже хоть как-то уважить их и взять мид-персонажа, чтобы они не мучились, и пятый бан не был мид-персонажем. Хотя, почему бы и нет? Саппортов много, саппортом можно все равно еще одного брать. Пусть и пятый бан потратят на мидера. Ну, понятно, что шансы взять вменяемого мидера при трех уже забаненных у команды 5EVA уменьшаются. Но здесь и тролль при... удачной раскладке, при удачном выборе двух последних персонажей, может отправиться на центральную линию. Там, где придется ему стоять, я думаю, с Зевсом. Темплар Ассасин у нас не в бане. ТА нормально против Зевса будет стоять. Глянь, может быть сейчас зайдет в пик, а может вообще не зайдет в пик. Может я не угадал. Джакира на роль саппорта забирает у нас команда 5EVA. Все, по 4 пика есть, последние баны. Если здесь еще один будет мид-персонаж забанен, это будет очень весело и интересно. На все про все у команды Arcanus Gaming осталось 50 секунд. Полминуту Arcanus Gaming для бана. Ну же, мид-персонаж. Давай, пятый мид-персонаж, отправляйся в баню. Это вообще будет забавно. Ликан от Arcanus Gaming уходит у нас в баню. Теперь уже решили пуш потенциал урезать команде 5EVA. Не так просто. Под батл трансом... любой бомж будет разваливать товара и делать это достаточно быстро. Забанили у нас Ancient Operation 5EVA. Ну, под тренд протектора, да. Аппарат точно мог зайти. Под Overgrowth и туда же ульта аппарата, разумеется, это все неприятно. Плюс персонажи относительно слабые по ХП. Тролль тоже у нас не отличается особенным ХП. Я уже молчу. Vengeful Spirit и Джакира.
Это первые пассажиры на тот свет в стане команды 5 O'Clock. Хоть что-то еще выдержать может на себе. Ну, ульта аппарата была бы точно неприятна вместе с тренд-протектором, Зевсом. Понимаете, Global хороший. Мог бы быть, но, к счастью, не стал. Я думаю, очень удачный бан сделала команда 5 O'Clock. Чен для Arcanus Gaming. По лайнам примерно можем разобраться. Тренд Протектор наверняка пойдет на лайн со снайпером. Зевс отправится в мид, без мастер сложную. Чен, сами знаете куда. И здесь, наконец-то, последний пик. Сложная есть. Фармящая трипла тоже имеется. Vengeful Spirit и Джакира. Хотя, может, даже это будет роуминг дабла из Венги и Джакира. А тролль может в легкой в соло постоять. Ну и мид-персонаж для команды 5 Eva. Если, опять же, тролль у нас туда не отправляется. Сларк для 5 Eva появляется. Теперь... все перемешалось в доме Облонских. Miracle берет у нас тролля. Сларк. На Сларке будет играть Си, на Джекера Эл. До сих пор я так и не прочекал, не прогуглил, что означают их однобуквенные никнеймы. Да и делать этого не буду. Вообще не мое это дело. Все, в принципе, по персонажам разобрались со стороны команды Arcanus Gaming, которые потрудились чуть-чуть больше написать, чем одну букву. Boombex играет у нас на Чене. Биоке играет на Бестмастере, Майти Сейвер в мид, значит, отправляется на снайпере. WTF будет у нас фармить на Зевсе, и Хенрих играет на Тренд Протекторе. Так, что нам ребята предложили? Нет. Нет, наверное, давно это было, жуть. Нет, точно нет. Нет. Нет, нет, нет. Давайте, наверное, к Триумфу вернемся. Ну, расходятся команды по рунам. Здесь сразу 4 игрока со стороны команды Arcanus Gaming решили занять позиции на топ-руне. Ну, против них дабла из Джакира и Клокверка. А здесь 3 игрока попытаются отжать в соло-руну у BOK. Я думаю, у них это получится. Сларк тролль. Понятное дело, что Бестмастер не по шансам ему драться. Тем более, есть уже есть Берсеркерс Рейдж, а значит, имеется и некий процент баша. Вероятность, разумеется, баша. Ну все, здесь огромным просто количеством вытеснили команду 5 Eva от руны. Шансов забрать ее вообще никаких. У нас тролль отправляется в мид. Miracle на тролль на тролле будет играть на мидлейне против снайпера, да? Да, против снайпера от Mighty Saver. Зевс фармящий. Вот это приятно посмотреть. WTF на Зевсе у нас отыгрывает. И будет саппортить его Тренд Протектор. Но говоря о таком персонаже, как Тренд Протектор, понятно, что саппортить он будет не только Зевса, да и всех вообще по всем лайнам. Плюс персонажи, плюс вышки. Ну, Тренд Протектор, вы знаете прекрасно, это вечный врач. По начальным закупам. У Трента, видим, уже на Солуринг рецепт появился. Значит, тут спам будет полнейший. Либо спам под хилом, либо спам семечкой. Пока ничего у нас Хенрих не вкачал на первом левеле. И, судя по всему, не собирается. Зевс, на котором отыгрывает WTF. А Зевс у нас, оказывается. Все. Забираю свои нелепые догадки касательно... расстановки приоритетов вообще по фарму. Я так понимаю, Хенрих у нас будет фармить, а Зевс у нас просто здесь саппорт. Зевс у нас в варды уже затарился. Или ему дали, но в любом случае Зевс на лайне не подходит. На лайне у нас Хенрих фармит, пока через коги Хенрих по мане очень сильно проседает. Soul Ring здесь вообще must have. На миде Mighty Saver уже наполучал от тролля, но тут и тролль нормально с четвертью лица остался. 590 на руках у тролля. Я думаю, банка может здесь прийти. Не решено это смысла. При том, что придется постоянно против снайпера попадать под обстрел. Харас от снайпера более чем серьезный. Ну что, у нас Miracle может и отъехать. Еще одна шрапнель была бы у снайпера, Miracle бы отвалился. Ну, тут в КД шрапнель. Через хедшот, не через тейкаим. А вот тейкаим мог бы свое дело сделать. Под шрапнелью немного бы ренжи снайперу. Вы понимаете прекрасно, что троллю даже не на полудара, троллю просто на взрывную волну от любого выстрела снайпера хватило бы, чтобы развалиться. Тролль возвращается на лайн. Пока Нвижена нет, был бы здесь вард, я думаю, Miracle отсюда уже бы живым не ушел. Пока счет 0-0. Уходит у нас снайпер на топ, забирает баунти руну. Внизу руну контролирует команда 5 Eva.
Венга у нас взяла руну и будет стараться выходить на снайпера, как я понимаю. Да, Венга у нас подходит уже за тауэр. Возможно, есть смысл подкараулить курьера, и, возможно, это будет прямо сейчас. Так, Vengeful Spirit, ну куда же ты, ну? Венга, как неудачно. Венга здесь теперь, караулит курьера. Чуть-чуть разминулись, да, все, у нас уходит Vengeful Spirit. Хотя понимает она, что принесли что-то снайперу. Да, будет попытка у нас убить курьера, курьера уводят. Все, закончилась хоста. Венга слишком долго ожидала и осталась ни с чем. Просто потратила много времени. Здесь у нас зажимают в кустах Джакира, и это First Blood. Чен, благодаря сатиру мучителю, замучил таки Джакира, и через Shockwave First Blood команда Arcanus Gaming забирает. Джакира у нас рассыпается, Джакира на сложной стоит. Вместе с Клоком у нас здесь дабла, ну и со стороны Five Eva дабла также внизу. 2-1-2 стоят. Стоит данный коллектив. Mighty Saver, в общем-то, в стролю должен рассказывать на миде, пока... Неплохо это получается. У Mighty Saver по крипам 12-3 у тролля. Да у тролля получше дела. 15-3 у тролля. У Mighty Saver больше на харас тут рассчитан, как я понимаю. Тролль проседает по хп. И, кстати, от хила у тролля нет. Но здесь банка уже идет вместе с, вместе с тапком. Чего зря курьера гонять, если можно сразу две шмотки взять. Так, у нас в это время без мастера развалили. Давайте посмотрим, как это было. Сларк его подцепил. Заслоуили, застопили. Плюс стан от... Венга чуть от крипов еще не отъехала. Но все, уже подхилился саппорт команды 5EVA. 1-1 счет на данный момент. У Vengeful Spirit есть тапок. У Сларка тапок 1400 сверху. Ничего пока не появляется. Я думаю, при таком количестве фарма возможен у нас... Так, а где у нас тролль? Тролль решил в миде поковыряться против снайпера. Ничего ему толком не удалось. Тролля... Разобрали. 2-1. При таком количестве денег у Сларка, возможно, появление Hand of Midas. Почему бы нет? Тем более, минута относительно ранее до 6 минуты Midas может и появиться. Ждем. 1600 на руках. Или же, опять же, в ранний дагер может у нас выходить Сларк. Нет, появляется все-таки Midas в курьере, да. Сларк у нас решил быть самым богатым парнем на карте. Все, в принципе, возможно. Miracle гоняет у нас Mighty Saver. Здесь под сейв пошел от Trend Protector. Здесь очень сильно может просесть по хп у нас Miracle. Не разбирает пока Mighty Saver. Еще и Зев сюда прилетел. Верхняя по голове мидеру команды 5EVA. 1-3 впереди команда Arcanus Gaming. Miracle со своей командой немножечко отстает. И мувы, мягко говоря, необдуманные. Поверил он уже в чудо. Решил снайпера забирать. Ну понятно, здесь с Хенрихом на... По сейве по всей карте так легко фраги не даются. Встроенный рефракшн фактически у каждого может быть. Тут только надо одну кнопку нажать у нас тренд протектору и попробуй убей на лоу хп хоть кого. Ну, снайпер уже доказал троллю, что лучше просто так не соваться на его хайграунд. 1-3 по графикам. Arcanus Gaming впереди на 300 по золоту, по экспириенсу. А 2000 тоже. Arcanus Gaming опережают своих соперников. Клок пришел крипов переманить. Клок по голове верхней получил. Без маны. С половиной хп отсюда уходит. Куда ушел у нас Джакира? Вместе с Венгой готовится выйти на снайпера. Mighty Saver не видит. Mighty Saver ловит стан. Сюда же Ice Pass. Mighty Saver должны разбирать очень быстро. Тут даже дерево ничего не сделает. Чен также у нас выходит. Бомбакс. Есть два сатира. Просто жесть. Дабл шок вейв от двух сатиров. Через shift, не через shift, не знаю. Через табуляцию, возможно. Но это было просто как пулемет в тролля. Тролль рассыпался на части от двух ударов сатиров. Vengeful Spirit на лоу хп, но она уже на базе. 2-4 счет. За тролля нормально Чен нас поднимает. У Чена это уже второй килл. Команда Arcanus Gaming начинает поувереннее. У них участвует в файтах Чен. Чен нормально по золоту насобирал. У Чена уже готовы необходимые составные части для Мекки. И осталось только насобирать на рецепт. Но если дела и дальше так пойдут, то Чена ничего, в принципе, остановить не сможет. И до 9 минуты Мекка должна появиться. Тролль опять решил тут с Mighty Saver в соло поговорить. Есть шрапнель, но шрапнель лежит на миде. Ну, тролль, наверное, умирает. 38 хп. Банка просто спасла троллиную задницу. Ну, тут, конечно, не без бестмастера. Фраг
Биокей пришел топорами, тролля отправил в таверну. У Беста в это время появляется Ботл, есть Boots of Speed. Что у нас на сложной у команды Файфэва? Клокверк уже Power Threads насобирал. Щиток, танго, бутылки, все понятно. 280 сверху. Бумбакс стоит уже, готов зайти в спину. И здесь два игрока команды Arcanus Gaming. Хенрих и WTF надо просто подгонять у нас тролля. К своему тавру. Тролль что-то понял, что-то почувствовал или как вообще это получилось? Так, а Rocket Flare был проюзан? Наверное. Наверное, прочекал. Ну, я думаю, Бумбакс понимал бы, что его прочекали, хотя Бумбакс стоял на одном и том же месте. Да, ракета пролетает просто над Бумбаксом. Прокликали сразу же. Клок очень классно отыграл. Подсейвил здесь, в общем-то, один фраг точно отобрал у Arcanus Gaming. Понятное дело, что Клок в соло 100% развалился. Да и тролль отсюда бы не уходил, если бы на миде такое количество крипов на него вышло. 2-5. Впереди команда Arcanus Gaming по золоту 750, по экспириенсу 2000. Давайте индивидуально разберемся, у кого сколько по нетворсу. На первом месте Сларк 4300. У снайпера 3400, 3200. Видите, у Тренд Протектора. У Хенриха появляется Power Threads, есть Soul Ring. У WTF ничего, WTF у нас саппорт Зевс. Ну, в файтах левел вынесет. А что еще Зевсу, кроме левела, нужно? Ну, Аганим. Опять же, при нормальных удачных файтах Аганим у Зевса будет. Т1 на топе падает. Даже возможность есть, я думаю, дальше пойти. Здесь опять сатиры через шоквейв. Ну, классная комбинация. Здесь совы единственное, что не хватает для большого количества дефа. А так, в принципе, очень ударная острота у нас у Чена. Опять же, здесь есть Хенрих. И себя подсейвить, и Бумбакса, и зацепить через Overgrowth. А там из стана можно не выйти. Бумбакс контролит очень серьезно данного персонажа. Вы видели, что с шоквейвами творилось. Да и раньше с кентаврами там проблем никаких не было. Мантисейвер на миде вместо фазов Power Threads появляется у Мантисейвера. И у Сларка тоже ПТ появляется. Это все после Hand of Midas, после Аквивы. Сларк на первом месте. Более 1000 опережает мидера команды Arcanus Gaming. Фрагом по КДА давайте глянем. Чен на первом месте. Бумбакс 2-0 идет. Так, у нас зацепили здесь Сларка. Хотя Сларк думал, что зацепил BOK. Очень неудачный Primal Roar от Бестмастера. Просто на последний тик Дарк Пакта. Ну и все, Сларк выходит у нас из стана, значит, можно спокойно выживать. Сларка уже 8 левел. Трипла выходит сразу же на нижний лайн. Крутой контроль от Бумбакса, не перестаю удивляться. Шоковейвами еще умудряется чекать, что у нас там в лесу. Просветили у нас Сларка. Сларка видят. Без ульта есть у Сларка, есть ульта. Можно и подраться. Тролль выходит у нас в спину BOK. Начинает разрывать у нас BOK постепенно. Засловили BOK. Ульта пошла, не ульта, а верхняя просто от Зевса. Тролль может развалиться. Да, Чен здесь отыгрывает. Тролль разваливается. Правда, перед смертью забирает Бестмастера. Но оффлейнера поменять на мидера, это, конечно, не камильфо 100%. Выходит у нас Чен дальше. Теперь Vengeful Spirit в опале в полнейшей. Надо ловить, надо блочить крипами. Почему нет? Бумбак смог и своим телом заблочить. Разбирают постепенно нас Венгу, наваливают здесь крипы, стан есть, стомп, если что, имеется, но Венга у нас отправляется в таверну немножко пораньше, Чен забирает ее за счет крипов, да и всего вообще, что Чен с собой привел. Семечка нам под хил, тавер внизу падает, Чен реализуется на 100%, 3-0. У Чена 1600 на руках и должен уже лететь рецепт на Мекку, но здесь курьера туда-сюда пока гоняет Mighty Saver. Mighty Saver купил себе медальон Инвиза. Удивительно. Shadow Amulet прилетает, значит, готовится выход. Ну, во что же еще, кроме как... кроме как Shadow Blade. Да, до Shadow Blade осталось еще немного. Осталось собрать клеймор. Ну, снайпер уже 800 практически на руках. Там совсем немного до данного артефакта. Под смоком команда 5EVA. Встреча в лесу, скорее всего, состоится. Видят у нас игроки 5EVA и Arcanus друг друга. Макропира ложится под ноги Хенриху. Хенрих пока живет. В коге закрыться у нас закрыт WTF. WTF отсюда не должен уходить. Сларк его разваливает. Также у нас Бумбакс должен умирать. Shadow Dance имеется у Сларка. Ну, Сларка, наверное, и без Shadow Dance может у нас Бумбакса убить. Да, убивает его, надо и крипов попытаться забрать. 2 в 2 пока подрались.
Наваливает у нас по спине Джакира. Джакира через ISPS застопил снайпера. У снайпера ульты еще 9 секунд нет, но Джакира здесь и так умирает. Семечку в него Хейнрих направил. 3 в 2. И тролль на полнейших соплях отправился на тауэр. Ракета у нас полетела. Куда летит ракета? Есть ли кто-то у нас в неприятной ситуации? Нет. Команда Арканус относительно с ХП все ребята. Единственное, что тренд протектор проседает. У тренд протектора появляется после поинт бустера Staff of Wizardry. И здесь ждем появления Аганима. Что дает Аганим? Угу. Короче говоря, вы прочитали. Аганим дает очень много. Тренд протектор не так часто у нас появляется, да и я не отыгрываю у нас, особенно в пабе на тренд протекторе. Не читал, но тут приколюх очень много, связанных с деревьями, связанных с блокировкой того же БКБ. Ну еще плюс варды на деревьях. Короче, роскошно. Так, ну что, команда Арканус направилась у нас на мидлейн. Пятером здесь стоят. Почему не пойти дальше? Почему назад решили отправиться? Ну, тут имеется тролль. Чен не боится тролля. Удивительно, но факт. Чен с мекой. У Чена есть арканы уже. У Чена зоопарк не заканчивается. Здесь сатиры нон-стоп дамажат у нас. Постоянно шоквейвы вылетают. Единственное, что тролля не хватает у нас Чену. И тогда с сеткой можно было бы хоть как-то ловить. А дальше... Дальше земля пухом каждому, кого поймают. У Сларка появляется даггер после Hand of Midas и после Power Threads. Готовится врыв на бумбакса. Насколько я понимаю, ну, одному, наверное, Сларку не справится. Хотя Сларк попробует. Врывается у нас бумбакса. Через Shadow Dance можно попробовать. А так можно и огрести Сларку. Шоквейвы есть. Еще в спину шоквейв один от Чена. Ну и плюс ульт от Зевса. Забирают Сларка. Забрали у него Killing Spree. Бумбакс вообще бессмертный. Что-то мне напоминает Виспа в прошлой катке. Непонятно, как его убивать. Подсейв крутейший. Hand of God не проюзан. Мека была проюзана, но откэдэшилась. Плюс здесь подсейв от Тренд Протектора. Круто, очень круто играет команда Arcanus Gaming. Через таких персонажей, которые в лейте толком ничего из себя не представляют, умудрились так серьезно организовать экшен. Поймали его сетку тролля. Тролль против тролля. Верхняя от Зевса. WTF забирает 4-й фраг для себя и 13-й фраг для команды Arcanus Gaming. Все фуловые, у всех все есть. Единственный бестмастер, но он в драке вообще не участвует. Можно его пока оставить на середине ХП. Arcanus Gaming продолжают пушить. Забрали одного тролля. Сларк сюда врываться второй раз вряд ли захочет. Но Джакира уже должен быть рядом, хотя у нас Джакира на миде. Непонятно почему. Таура начнут сыпаться. Майти Север с километра может их расстреливать. Танковать тоже есть кому. Плюс подхилиться можно в любом случае всем. Overgrowth еще не был проюзан в данном противостоянии команд. Ждем. Тренд протектора остается совсем немного до Аганима. И Аганим будет очень ранний. Решили на этом персонаже сконцентрировать свою комбинацию. И глянем. Впервые на моей... За последние 2-3 недели, которые я занимаюсь комментированием Join Dota MLG Pro League, у нас тренд вообще появляется в пике. И как комбинации через него будут проводиться, интересно будет посмотреть. Тут, собственно, учимся, играя. Потому что трента я давно не видел, а новый тренд — это немножко другая история. Ну, сразу же Миркель ловит стан, сразу же Шоквейв, разобрали у нас тролля. Хенрих заходит у нас на хайграунд, Overgrowth опять же не юзал, мека пошла. Зацепили у нас Джакира, убрали уже 4 игроков, выкупается у нас Клоквер, хукшот у него не проюзан, ждем, будет ли врыв, но, наверное, не по шансам. Arcanus Gaming просто фуловый. Hand of God был проюзан? Да, был. Сейчас маны еще всем нальет у нас Чен. 16-я минута, падает хайграунд, 17-я минута. Падает хайграунд. Милишный барак сыпется, никто его задефать не сможет. Сларк с Клокверком тут ни хрена сделать не смогут. Барак продолжает падать. На данном этапе уже падает рейнджовый барак. Внешние товары остались только внизу. Можно бы и на мид перебраться, но здесь тролль уже выкупается. Команда Arcanus Gaming сносит топ. 17-я минута, и на отходе попытается Сларк кого-то поймать, как бы Сларку самому не попасться. Хенрих у нас подсейвил самого себя. Overgrowth проюзал. Overgrowth у нас пока без Аганима, так что ничего интересного не происходит. Просто развал команды 5EVA. Майти Север жив, Майти Север дамажит, Вингу забрали, Макропира лежит, Майти Север продолжает жить.
Настреливают еще по спине у нас Джакира. Это ГГ. Не увидели мы аганим на тренд протекторе. Да и не увидим. Без аганима все хорошо у Арканус получилось. Я думаю, плакали чьи-то рарочки. На Миракля заливать в этой катке не стоило точно. Команда Арканус Гейминг просто сносит. Под каток попали FiveF. Арканус Гейминг через Чена, через тренд протектора разнесли в пух и прах топ-лайн. И там уже не по шансам было драться. Ладно, у нас сегодня очень быстрые и динамичные катки. Но для этого это нам дает время отдыхать между матчами. Пока у нас перерыв. 1-0 пока впереди команда Arcanus Gaming. Не забывайте фолловить нас на Твиче. Это действительно очень полезно как для качества, так и для качества, как для качества видео, так и вообще для качества стримов и атмосферы в нашем небольшом комьюнити. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Очень скоро, по-моему, с завтрашнего или... Ну, думаю, может быть, уже из завтрашнего дня мы начнем разыгрывать интересные шмотки в доте. Задания тоже будут неформатные, интересные. И поэтому не забывайте подписываться в группе. Участвуют у нас те, кто подписались на паблик ВК. На ютубе, если вдруг воды интересно посмотреть будет данного турнира, все там имеется, все моим голосом, все, в общем-то, по фэншую. Ладно, переходим к следующему матчу. Пока что немного графики музыки. Посмотрим заставочки, послушаем то, что я вам включаю. И услышимся через несколько минут. До встречи.